Всем привет! Сегодня мы будем пробовать выролить еще одно воодушевление. Хочу прокачать либо Афини, либо Варлоку на максималку и потестировать, как будет в защите такой герой с воодушевлением. Так, ну что, побежали. Как обычно, мы сейчас будем трэшево сливать топ-таланты. Так что, кто там первый раз смотрит, не удивляйтесь, это уже не первый раз. Так, побежали. У нас тут на смене ремка даже стоит. Сменить, окей, побежали дальше. Пятый берс. Нам он не нужен. Пятая ожива тоже не нужна. Пятый разброс тоже не нужен. Пятый гнев. Пятый гнев. Ну, давайте ради интереса, для того, чтобы потестировать и кому-то показать, есть ли смысл качать этот талантик. Так, кто там у нас? Такое интересное есть. Ну, давайте арташки поставим на первое время. Ну, пятерочки, как обычно, видите, у меня падают. Хорошо. Так, ракушка, гнев, ожог. Пятая утикаха. Не нужна. Приговор. Пятый бег. Пятый бег мы поставим Атлантику. У нас будет интересный Атлант. Меняем вторую ремочку. Топчик, ставьте лайки за ремки. Так, есть. Побежали дальше. Где наши стрелки? Так, самоуничтожение четвертое не надо. Гнев. Так, давайте воодушевление. Ремка. Приговор. Ну, как видите, топовые таланты уже повыбивали. Неплохие. Так. Тяжелый удар. Тоже не нужен. Замедляха не нужна. Можно еще, кстати, третью ремку будет поменять. У Влада, если бастион выпадет, поменяем ему ремочку тоже. Так, давайте до 100 и откроем коробочку. Так, ожива. Ну, где пятерки делись? Рандом. Так, было воодушевление, только второе. Так. Ну... Давай. Дай пятюнь. Не хочет. Все, сломался рандом. Смертельный удар не нужен. Огненная защита. Ну, давайте так трешанем. Где там мой Владик? Пока на первое время. Блин, где этот нубас? А, вот он. Вот так. Три ремочки сменили за роллинг. Вот так вот, ребята, надо ролить. Так. Бог войны. Открываем первую коробочку. Утекание. Не надо, побежали дальше. Гнев, баст, приговор. Бог войны. Все не то. Так, интересно, упадет баст и бог войны еще? Что-то они мне перестали падать. Ну-ка. Ну что такое? Ну, приговор. Тоже не нужен. Два.
2, воодушевление 2, следующая коробочка и ремка. Бастион я люблю. Так, сейчас, секундочку. Ладно, меняем. Видите, как ровно на 50-м баст пришел. Так. Где наши стрелки? Ожог. Ну, давайте какой-то бог войны, чтобы потрешечку его сменить. Просвещение 5. Супер нужный талант, особенно для меня. Приговор. Ярость небес. Берс. Замедляха. Огненная защита. Да, все, спортился рандом. Бег. Третье воодушевление. Стойкость. Ну, зачем мне стойкость? И бог войны. Видите, какой я. Короче, я, ребята, я вам открою секрет. Я этот... Как его там? Гейммастер. Битва замков. У меня падает все то, что я хочу. Вот так вот. Вот такое вот было сегодня у нас выбивание талантиков. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях. Ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь. Все. Всем хороших, удачных талантов. Всем пока.